После вчерашнего чувствую себя компьютерной мышкой. Почти целый день ползаю по коврику. Мужик приходит домой в стельку пьяный. Жена у него спрашивает: «И сколько ты пива выпил?» Мужик говорит: «Только 2 бутылки». Жена говорит: «Врешь!» Мужик говорит: «Но спроси у собаки, она врать не умеет!» Жена спрашивает: «А сколько бутылок он выпил?» Собака говорит: «Кау-кау!» «А водки?» Животные бывают с хвостом и без хвоста. Есть еще хвост без головы. Змея. Объявление. Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Отвечу на письмо с фотографией. Пейзажи не присылать. Идет урок. Мария Ивановна говорит: «Я прочитала ваше сочинение на тему «Моя семья». Ну вот, Вовочка, сочинение Вовочки. Вовочка, ты написал: «Отец у меня дурак, мать у меня дура, а я самый умный. Почему ты так написал?» Вовочка говорит: «Ну, папа, он сам говорит, что дурак, что женился. Мама тоже говорит, что дура, что вышла замуж. А я жениться пока не собираюсь». «Мардёна, мне сказали, что ты мне изменяешь». «Неправда». «Да еще с электриком». «Ну, это точно неправда». Подходит прохожий к блондинке и говорит: «Надо же, вас сбила машина! У вас все в порядке?» Блондинка говорит: «А где мой телефончик? А вы что, хотите позвонить кому-то?» «А нет, я хочу написать статус об этом». Мужик приходит к врачу: «А, доктор, у меня плохая память, надо мной все смеются, что делать?» Врач говорит: «Займитесь боксом». Мужик спрашивает: «И что, память станет лучше?» Врач говорит: «Память не знаю, но смеяться будут меньше». Подписываемся.